покажу свою коллекцию. Мы открыли целую коробку. Да. Барбоскины. А попалась вот что. К сожалению, в этой коллекции нам не попалась Роза и Гена. Начнем с малыша. Он такой у нас позитивный. Он такой вот классненький, миленький. Он просит. Я покажу вам лишь. Он попросит что-нибудь у мамы. Ну, вы видели такой мультик, как сначала Лиза и Тимоха. Да это не Тимоха, это дружок. Сейчас, я сейчас бы хотела вам рассказать о всех этих Барбоскинах и показать вам один мультик из этих игрушек. Начнем с малыша. Вот такой. Вы же видели мультик, как Лиза с дружком просили у мамы кролики. А потом, когда они попросили, они пришли потом опять к ней. Малыш подошел, спросил: мама, можно мне... Ты вырвал у них газету и сказал: мама, можно мне вот эти тапочки? И мама ему сразу прикупила. А еще у малыша есть вот такой вот зайка. Он этого зайка очень любит. Он с ним играет. И вот Лиза. Она такая вот ставит вот так вот. Вот, похожа я на нее? Это будет актером. Это актером. Это. И вот это. Ну что, мультик, а потом я его расскажу. Вот газета. Лиза, да ты посмотри, какие ролики. Да, какие классные ролики. Давай себе купим. Ну как, у нас же нету денег. А давай попросим у мамы, чтобы она нам купила. А давай. Мама, что, дети, а можно нам вот эти ролики? Дети, вы уже большие. И мы договаривались, что подарки и праздники уже прошли. Ну, мама, распродажа. Распродажа уже кончилась. Нет, мама, распродажа еще есть. Да, мама. Мы договаривались, что в прошлый раз праздник. Мы купим вам сам кат. А потом вы ничего не будете просить, а сейчас просите. Все, для меня совет хватит. Идите в свою комнату. Пойдем. Лиза хотела пойти в комнату дружка. Итак, что вы придумали, что это? Они потом опять подошли к маме. А тут подошел малыш. Мама. Нет, он вырвал. Мама, мама, я хочу себе такие тапочки. Ладно, малыш, завтра куплю после работы. Ура, ты самая лучшая. Да к малышу все достается. Да.
Почему ему все достается? Так посмотри на его милые глазки. Да еще. И он самый маленький в семье. Да, его все любят. Больше нас. Пошли. А может папа и мама такие же? Такой же подарок? Мама, мама! Малыш ушел. Что это тебе? Мы хотим такой же подарок, как у малыша. Точно хотите? Да, да. Ладно, завтра куплю вам после работы. Ура! Дай пять! И вот, мама все купила тапочки. Коробочка. Ваши подарки. Это ты, малыш. Это Лизе. Это дружку. Что? Детские тапочки? Да. Мама, мама, спасибо. Это такие, которые я хотел. Вот и есть этот мультик. А теперь я расскажу о барбосках. Если вам понравился мультик, тогда пишите в комментариях. Это я рассказала. Они вот сюда. Я их сказала. Идем к Лизе. Вот Лиза вот такая вот. Она очень классная. У нее фиолетовый сарафан. Такая курточка оранжевенькая. И красные волосики. Хвостики у нее. И вот такой вот из челки. Листик. Резиночки. Вот, у нее темно-фиолет, это малиновый, точно, а у нее темно-фиолетовые босоножки. Это собачка. Так, дружок, он очень любит играть с Тимохой. Они лучшие друзья, они любят гонять в футбол. Они любят спорт, а Тимоха влюбился в розу. Но они лучшие друзья, и так что они Тимоху приглашают часто следить за малышом. И он очень рад чем-то. Перейдем к Тимохе. Он такой же, как дружок. Любит погонять в футбол. Любит розу. Любит, ну, розу. Сестру его. И Юна. Вот. И он любит также погонять мяч. Он любит спорт. И сейчас я скажу о папе. Он стоит такой серьезный. Вот. Руки надул вот так вот. И... А еще он одет в красивый костюм. Он ходит на работу. И очень любит своих детей.
А это мама. Она любит очень сильно готовить. Она любит также своих детей. И еще она тоже ходит на работу. А за ними всеми следит Роза. А теперь я расскажу о последнем дедушке. Дедушка очень старый, все его любят, и он также всех любит. Вот. И сейчас он пойдет в гости к ним. Он спускается со своей комнаты и идет к ним. Лиза, Лиза. Да, дедушка. Принеси мне воды. Старый, не могу. Ладно, дедушка. Вот. Спасибо, Лизонька. Вот такой вот. И все. Я рассказала о всех. Всем пока! Ставьте лайк!